С благодарностью и уважением председателю торгово-промышленной палаты Владиславу Валерьевичу, который не забывает нас, любит, уважает, поддерживает. Представители торгово-промышленной палаты каждый раз принимают участие в благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Подключаются предприниматели муниципалитета, предоставляют свои услуги нуждающимся жителям Ленинского городского округа, вручают подарки. Организаторы акции с большим почтением относятся к благотворительности. Низкий поклон и уважение всем, кто остался неравнодушен к тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем. Большое спасибо и низкий поклон. В этот раз к акции подключилось рекордное количество предпринимателей. Здесь и фитнес-центр, и салоны красоты. Каждый человек хочет быть красивым. И вот в этом коллективе в самом деле дарят красоту. И они выходят оттуда окрыленными, счастливыми. Руководитель салона оптики Елена Олейник в благотворительности делает пока только первые шаги. Салон предоставил более 40 пар бесплатных очков для зрения. Проверили зрение. И благодаря этой акции более 40 человек стали носить качественные очки и смотрят на мир совершенно другим взглядом. Традиционно организаторы акции – Координационный совет и Общественная палата Ленинского городского округа. Но благотворительный марафон не состоялся бы без поддержки единомышленников. На самом деле это порыв души. Люди, которые занимаются бизнесом, но важно в непростые и сложные времена помогать обычным людям. Поэтому, я думаю, каждый, кто принял участие в этой акции, они, в общем-то, все это сделали от души. Член торгово-промышленной палаты муниципалитета находятся в постоянном контакте с представителями общественных организаций и готовы прийти на помощь. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.